Приветствую вас, блейдеры и зрители, на канале я рассказываю вам про Beyblade. Но сегодня, как и обещал, будет лего рубрика «Собрать за 5 минут». И сегодня я попытаюсь собрать вот этот набор из City 60191. Сколько здесь деталей, пишите в комментариях. Итак, в чем заключается суть? Я не хочу делать просто обзор на какой-то лего набор, это скучно. Я буду пытаться собрать маленькие наборы за 5 минут. А удастся мне это или не удастся, смотрите ролик до конца, и в конце видео вы об этом обязательно узнаете. Но еще хочу сказать, если вы хотите, чтобы ваш ролик, набор, который там вам понравился маленький, да, пишите в комментариях, что мне собрать в следующем ролике, я обязательно куплю и соберу. Ну, естественно, в пределах разумного, то есть понятно там, что наборы там, с 300 деталями, 500 деталями 5 минут не уложится. А для этого я потом сделаю рубрику «Собрать за 10, 15, 20, да хоть час я буду здесь собирать, стримить при вас наборы лего и собирать все для вас». А с чем связано? С тем связано, что очень много людей, детей говорят: «Да я там собираю, на мне там 5 лет, я там собираю наборы за 40 секунд». Сейчас мы посмотрим, реально ли собрать такой небольшой набор всего лишь за 5 минут, не раскладывая детальки, в быстром темпе, в быстром вальсе. Итак, я очень нервничаю, ладошки вспотели, все записываю одним дублем. Никакого монтажа, ни склеек, ни какой-то этой прочей ерунды. Итак, погнали. Так, коробка не нужна. Инструкция. Сколько? 10 секунд ушло у меня на инструкцию. Так. Высыпаем все детальки. Так. Сразу оправдаюсь, что мне за камерой не особо хорошо видно. Так, сначала давайте соберем человечков. Человечков собрать-то как сложно оказалось, ребята. Мне это казалось более забавным. Типа, сейчас я быстренько соберу. На самом деле уже секунд 30, наверное, прошло. Как вам таймер-то положить, чтобы вам было видно? Короче, 38 секунд. Я буду иногда брать его в руки и пытаться. Так, ну это первый такой, так сказать, набор на это, в эту рубрику, поэтому я должен, наверное, максимально быстро постараться его собрать, чтобы не облажаться в первом ролике. Хотя мне кажется, что я уже минуту потратил на человечков, потому что они реально... Так, вот еще собака. Так, все, еду дальше. Начинаю вот с такой пластины. Пластина, быстрее. Время кончается. Я прям чувствую, знаете, как эти минутки утекают от меня. Вообще сложно собирать, смотреть на инструкцию, смотреть в камеру, комментировать. А еще надо подумать, что куда поставить. Я собрал за 5 минут. Где детали? Я не вижу ничего подобного. Так. Я даже не могу посмотреть сейчас, сколько времени. Я потом сделаю стойку и поставлю таймер. Ну, чтобы вам было видно то же время, потому что время... Полторы минуты я собираю вот эту вот какую-то простую конструкцию, ё-моё. Да я на самом деле очень долго собирал человечков. Так, переворачиваем. Так, уже время-то идет, и собрать практически его невозможно, наверное. Сейчас попробуем. Я буду монтировать, я в конце смонтирую так, чтобы я успел собрать. Но, конечно, нет, конечно, я шучу, монтировать я ничего не буду. Тогда потеряется смысл вообще этой рубрики. Вот, поэтому если вам подобный формат понравится, да, то пишите в комментах, что мне собрать следующим. Я обязательно это приобрету и, естественно, соберу для вас, чтобы вам было, ну, интересно смотреть мои ролики. Так, сколько? Ну, где уже прошло, а я все собираю этот скутер. Так. О, здесь есть классный принт, кстати. Пока собирал, заметил. Так. Я не успеваю. Мне кажется, уже не успеваю. Так. А чё они не взяли детальку от мотоцикла? Они же так классные. Вот они, лопасти. Я думал, взяли бы для... Ну, вот эту крутую новую... Так, я собрал, похоже, все, готово. Так, 2,5 минуты прошло, у меня остается несколько секунд, несколько деталей. Я должен успеть собрать. В принципе, осталось деталей не так много. Я говорю очень быстро, потому что я нервничаю. Так. Я не понимаю, что куда ставить. Я, наверное, по-любому соберу его неправильно. Но ничего, в конце узнаем. Вообще, я должен собрать. Вообще, я уже, в принципе, я почти собрал, наверное, половину. Так. Во, готово, е-е-е. 3 минуты прошло, друзья, я почти завершаю. Здесь еще ящик надо собрать. Этот ящик. Так, все, готово, ящик готов, отлично. Осталось собрать стойку, но у меня еще есть минутка. Я должен успеть, я думаю, что я успеваю. Вот так. Потом вот так. Голова убегает. Ловите голову, друзья. Так, сколько там времени-то уже осталось-то у меня, ё-моё. Ой-ой-ой-ой.
Так, это вот сюда, это что-то сюда. Так, ну, когда я перестал особо вообще нервничать, я начал, мне кажется, побыстрее его собирать. Я уже приближаюсь к концу. А все, да, осталось чуть-чуть. Я проследил немножко, где мы собираем первую часть. Так. Все. Все, что я успел, да. Вот этого парня соберу так, тяп-ляп. Не знаю, как должно быть правильно. Но чтобы у нас все было уже собрано. Так. Ага. Ага. Так, тебе вроде пилу. Вроде ласты тоже тебе. Не могу подцепить ласт. Так, все. 4 минуты 19 секунд я собрал этот набор. Вроде бы правильно. Так, а что-то я не пойму. Подожди, так, ну детальки это лишние, это нормально. Так, собака. Девочка. Или не девочка? Все ли я правильно собрал, тебе надо узнать. Вроде бы да. Так, а я пропустил, где мы собираем первого человечка-то, что-то я не понял. А, вот был где первый человечек. Так, ну, его, да, его темные штаны у девочки. Они одинаковые штаны, поэтому, да, и вот у нее ласты. Ага, ага, понятно. Ну все, мы собрали. Я собрал за 4 минуты 19 секунд. Надо было сначала собирать весь набор, а потом уже делать человечка. Ну ладно, будем знать. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть вот такой классный парень. Он в шапке-ушанке, он какой-то спелеолог, археолог. У него фотоаппарат, сзади у него торсик прокрашен. Крутая фигурка, шляпка, прям must-have, лего молодцы. Собакин, ой, где собакин, улетел. Хаски, говорят, эти хаски прокрашены каждый индивидуально и каждый уникально. Ну, может быть. Вот такая вот девочка с пилой, вот такая крутая девчонка, девах такая, типа, привет, я буду пилить, лего буду пилить. Вот такой парень, у него, кстати, ничего нету, в смысле, в руках ему ничего не дается, странно почему-то. Вот такая вот машинка здесь есть, машинка, ласт. Мне не нравится машинка, она сделана плохо и детали бесполезны. Единственное, что прикольно, это вот ящик. Ящик крутой. Наверное, в ящик можно потом положить будет ласт. Как-то вот так, да? Вот. И поехать туда. Ну и, конечно, здесь вот такая вот ледяная скульптура, абсолютно бесполезна, кому это надо, ну... Пополнить коллекцию фигурок и собак, да, наверное, прикольно. Открываем. Здесь у нас... Улетело. Это... Давай, прифокусируйся, вот. Это стрекоза. Стрекоза во льду. Ледяная стрекоза. Вот такой выпуск получился замечательный у нас, друзья. Мы успели. Я успел собрать за 4 минуты 20 секунд. Спасибо вам за просмотр, друзья. Ставьте лайки и пишите, какой набор мне собрать следующим. Пока-пока!